Хорошо. Этого тоже жёг. Хорошо. Прям надо мной челы стоят много. Сейчас его, друзья, подтянутся. Они все на третьем. Хорошо. Минус два, отлично. Что-то загреет сейчас мне, да? Тайма. Он не горит, что ли? Он сейчас должен взорваться, по идее. Хорошо. Так, ну это и Кен был, отлично. Еще один у меня показывает боец где-то. А вот он у меня на крыше. Ты че, блин, сидишь тут, дядя? Вот это я обосрался, если честно, только что, когда я его увидел. Так, ладно, меха вызываем. Да, передо мной люди. А где он? Прикинь, как же вы стоите, ё-моё, я в шоке вообще. Он там сел и стоять теперь будет, да? А, он улетает? Хорошо. Не улетел, дружище. Найс. Хорошая попытка была. Но не сработала. А там еще челы летают. А, там Бигфут летает, там мех, видимо, да? Да, там мех, смотри. Так, ну тут надо аккуратно разыграть с ними. Там мех и еще много людей. Хорошо, он сейчас резаться будет. Неужели он резнется? Там много челов, слушай. На крышу еще кто-то летит. Он не попал. Ну, мой еще лестница тоже, боец. Там мех ходит. А, вот так вот.
Он с крыши меня в голову дал, я понял. Вопросов нет. Еще мех там стоит теперь. Еще ботка мне подходит. Это забей, это что такое вообще? Чуть не сдох. Так, давай я МГшку заберу, наверное. А, вот тут на кемпах челы, я понял вас. На магазе челы, и у меня в кемпах еще челы. Понял тебя. Хороший молик. А, я его сжег. Найс, отлично. Так, ну высадить не получилось, но я ему много урона дал. Мне бы сломать этого меха в идеале. Ну погнали на разборку. У меня баги еще катаются. Это соло. А, я убивал этого чела, кстати. Да, я убивал этого чела уже. У меня патронов мало, да, на МГ, слушай. Поэтому давай М-ку туда обратно забирать. Откуда он по мне стреляет? Тут снайпер, скорее всего, стоит. Понимаю, сейчас далеко кто-то стреляет. Может быть, докину хае туда. Я прям к нему хае дал, слушай. И он не взорвался, как это так? Прям в лицо ему дал хае. Интересно. Так, ну этот в ноке боец. Мне бы забрать меху. Ладно, меху пока не буду забирать тогда. Мне нужно сейчас быстро закрутить и почекать, типа, сколько там вообще их. А вот еще один едет, уже летит. Ой. На всякий случай смог, да? Я бы на самом деле МГшку сейчас забрал. Тут рядом магаз, я тут вроде... А, там еще типы, да? Там магаз, чел, смотри. Там какой-то чел бота убил. Вот он бежит, кстати, да-да-да, это он. Еще чел! Нет! Я понял, прикинь, и у меня жизни больше нету. Ты прикинь, и этот не сгорел, этот сгорел. Но я не успею, да? Да ты забей, да ты серьезно, ну не бывает. Нет, ну не может быть. Да ну нет, ну почему? Я еще присел, забыл то, что пушка не поднимается наверх. Ну так все хорошо было, еще жизнь недавно совсем кончилась. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Че я настрелял-то хоть? 19 киллов, 4к урона, но тут много киллов еще могло было быть. До 30-ки мог дойти спокойно. О май гад, о май гад. Ё-моё, че он лагает так жестко?
хорошо упали. На крыше чел у меня стоит еще. Ты кто такой, Вася? Мне аптечку надо. На крыше чел. Вот аптека. Это передо мной человек. Хорошо. Нарком надо стоит. Что получало? Так, кнокнул. Но там еще стоят много. А что такое? А что такое? А что это было? А что это было? У меня просто все зависло. И все. Круто. Не, ну в церкви люди уже бегают, да, жестко? Да, причем много их там. Один подходит ко мне уже. Так, это двоечка была, хорошо. А он на крыше, серьезно? Ты сидел-то, ты, блин, запарил, бегает. Это еще у меня чел сидит жестко. Да, байтит меня, сидит на свечке, сидит, байтит. Че вы за профессионал, а?
как же вы сидите, ребята? Я в шоке просто, как они сидят. Ё-моё. Вижу чела. Отлично, не, не успел он подняться. Я не знаю, есть там еще друзья у него? Скорее всего, есть. Надо почекать. Кто-то топает у меня еще. Второй этаж. Ну и этого я сжег, хорошо. По мне еще кто-то стрелял со свешки какой-то вообще непонятный. Там еще, наверное, где-то есть тиммейт у них. Но у этого реца не было, если что. Я могу даже особо не торопиться, по идее. А, ну все, он выполз, он тут один остался, наверное. Ну и хорошо. А, вот он, передо мной бегает, чел. Вижу. Пробую задавить его. Ошибка была, да, как будто? У него жизни нету больше. Они сейчас подниматься будут. Я успею захилиться, по идее. И закрутить их немного в другую сторону. Да, они уже поднялись, наверное. Я понял. Это с ивента. Но тут я двоих своих убил. С ивента ко мне не успеет, скорее всего, тип. Я надеюсь. Мне колеса ломает, да? Кстати, мой сейчас поднимется же, точно. Мой сейчас поднимется, чел. И сейчас меня убьет слева. Ну, вот такое себе. У меня колеса еще пробили все. А, моего добили. Точно, моего добили, Рил. Натуре. Его другой кто-то убил. Ладно. А, мне сломали ранец, я понял. Вопросов нет. Ну там авик, с ним пикаться особо не стоит, я думаю. Это еще что такое? Так, крестницу я ему не дал, хорошо. У него 0 хп. Но там еще типа есть. Я понял. Я понял тебя. Прикинь, ну со спины чел какой-то сидит, забей. Сидит. А, ну как это можно было прочитать? Ну никак. Ну никак я это не прочитал бы. Почти 4к урона. Ну в лучшем раскладе здесь можно было 30-ку киллов делать. И 5к урона плюс-минус. 4500 урона вот так вот. Ну в лучшем раскладе. Если бы я там баги не поломал и так далее. Но в целом хорошая игра, хорошая игра.